Мальчишки мои, доброе утро. Доброе. Фаня, у тебя доброе утро? Сына, а ты где спал? Иди с папой. Да? И он пошел? Так ты с папой спал? А еще с кем? С мамой? Мама сама увидела. А вот пойдет? Пойдет. Так, я пошла вам вещи гладить, хорошо? Ага. Давайте пейте чай. Афонечка, сегодня тепло на улице, сегодня можно в шортиках. Помою сейчас, да. Папа ребят. Сейчас помоет. Пап, ты ведро бы подставил? Какое? Какое-нибудь. Туфли и уже Антоха... все эти. Ну да, и туфли уже у тебя отбегали. Ну эти свои отработали. Угу. Как тебе, хорошо на улице, Афонь? Да. Сегодня тепленько, да? Эти лежат, а сегодня роса очень-очень сильная. Очень сильная роса. Да, цветочки принялись, которые я садила. Правда, я даже не знаю, что это за цветочки. Это по-моему, нет, это по-моему, хамин. Это ромашки. Газончик очень красивый. Так отстричь надо, Зая, иначе он начнет болеть. Доброго утра всем. Буду сейчас завтракать, всех провела. Родители уже приехали, сейчас петрушки накосили, пойдем уже вязать. У меня, как всегда, кофе с молоком. Без молока я не могу пить кофе. И вот малина с творогом и со сметаной. Еще буду есть отруби. Смотрите, уже была полная мисочка, вот 200 грамм. Уже почти все доели. Они вот эти именно ржаные, твердоватые. Но на вкус вообще не противные, поэтому можно их брать за 21 рубль. Думаю, что это нормально. Так что вот мой завтрак. Буду сейчас кушать. Ну что, навязали мы уже петрушки. Получается сколько? 180, да? По 60 ложим в коробки в такие. Вот, и по 15 штук. Две коробки щавля сделали. Марсик здесь отдыхает у нас. Что мы делаем, Заюня? Салатик. Салатик? Борщ, скажи. Борщ готовим. У нас уже все свое выросло. Картошка своя, перчик болгарский, лук, свекла, морковка. Только капусту покупаем и курицу с камышеватки у нас. Сережа помогает болгарский перчик резать. Да. Потихоньку. Сереж, пальцы подальше. Да. Вера, можно его перевернуть? Переверни, какая, как тебе удобно. Давай тебе. Зоечке вот такой дали ножичек. Им надо аккуратно. Да, вот видишь, разрезала. Да. Вот тут держи. Вот тут вот резать вот этим. Понял? Да. Вернее, поняла? Понимаешь меня? Все, в общем, готовим. Что? Сейчас помогу. Серега уже морковку порезал. Дорезаешь, да? Сейчас будем тоже закладывать. А я с луком тут все, мне в глаза зашло. Здесь у нас уже все варится, кроме капусты и зелени, и чесночка. Все немножко поварится. Вот я уже капусту приготовила, зелень. Сережа дорезает чесночок. Чеснока мы любим прям побольше ложить. Так, ну что, Сергей Алексеевич, рассказывай, как тебе обед вдвоем? Ужас. Знаешь, это как... Это настолько непривычно, да? Оттираться на штучной бумагой. Приятного аппетита. Ну это какой-то ужас, да. В общем, борщ у нас, курочка, сало и яйца я забыла. И крикнуть не на кого. Да. И все хорошо. Яйца давай! Сейчас пришла проверить. Может, уже пора снимать белье. Высохло, потому что туча. И гремит такое, знаете. Ой. И Серега почти оборвал смородину. Да, уже все подсохло. Можно снимать, чтобы потом не бегать, когда дождик начнет капать. Дождик пошел. Машину поливает. Мальчишки мои уже с садика приехали. Папа им давай, по пятницам всегда что-то покупает. Сегодня это что? Пятница! Как...
поведетесь. Ну да. А как называется мороженое, я забыла? Халтай-болтай. Да, ну как такое желейка, да? Как язык вот у сына. А у тебя ты уже его съел. Почти съел. Мы уже поужинали, борщ поели. В общем, еще хотим попозже зажарить курочку. Это домашняя курочка. Камышеватки. Я ее тут замариновала. Знаете, как солью и аджиками терла. Вот разделала ее на две части. Вид, блин, ужас, да? Разделала ее на две части. Потом взяла прям молоток для отбивания. Побила ее с двух сторон хорошо. И намазала солью и аджикой. И теперь это все стоит, маринуется. Наверное, уже часик и еще постоит. Вот именно не в холодильнике, потому что вечером уже будем жарить. То есть, что в холодильнике мясо так быстро не маринуется. Поэтому будет вот так при комнатной температуре. Сейчас у нас не жарко, вообще не жарко. Вот так под фольгой стоит, маринуется, а вечером будем на костре жарить. А что вы делаете? Афоня, а где ты это взял? А у Кума в машине. Да? А у Кума в машине? Малыш, надо в холодильник положить это. А, это шоколадка такая? Это были, ну знаешь, как они, киндеры вот эти. Ну, вафельные. Давайте в холодильник положи, и потом скушаем. Ну, ешьте, я за малиной, хорошо? Видно вертолет? Не знаю, но вертолет полетел. Насобирали мы малину. Вот это я прошла полтора ряда. Вот такое вот ведерко чуть-чуть не полное. Тихонько заснул. Сейчас уже 10 часов, да. Он после садика и вчера тоже в 10 лег спать, да? Че, пошли провожать хвостов? Курицу мы, кстати, пожарили, поели. Осталось один кусочек. Из-за того, что она была в томате, она прям вот такая... черненькая была. Так, ну что, Антоха нагулялся у Даши, теперь ему папа разрешил чуть-чуть в компьютере, да, сын? Потому что я поливал клубничку. Ты поливал клубничку? Клеечки? Да. Получалось? Да. Молодец. Давай, иди теперь. А где Афоня? Заснул на кухне, представляешь? Мы там разговаривали с тетей Аней, он заснул. Ну что, на сегодня все? Сейчас уже буду монтировать видео, то и вчера не садилась за компьютер. Нужно уже обязательно это сделать. Хотела еще рассказать про малину, что в нашей станице малину принимают. Получается, на дому и так еще стоят на углу, принимают малину. 120 рублей ее принимают. В понедельник было по 180. Во вторник мы, когда везли Гришку в садик, было по 170. Там прям цена на заборе висит. А сегодня по 120 уже. Представляете, как падает цена. В общем, все на сегодня. До завтра. Пока. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.